Всем привет! Приветствую вас на канале Татьянин дом. Я замешиваю тесто на куличи и одновременно записываю, потому что каждый год я теряю это куда-то, не знаю куда. У меня есть вот такая книжечка записная, у меня их пару штук. Где-то записала, вот, а найти не могу, где записала. Поэтому записываю уже миллион на первый раз. Все, в книжечку записываю. Это тесто моей мамы. Я, получается, вчера ставила опару. Ой, сейчас я тут хочу заварить чай. Я купила здесь чабрец. Вот такой байкальский. Хочу заварить его. Попить. Такой травяной чаечек. Маленько сейчас сюда добавлю черного чая. Видать, вот с непогодой вот этой маленечко штормит. Какой-то такой этот. Немножко болит голова. Ну, это, скорее всего, из-за того, что штормовое. Вот у нас сильный ветер. И поэтому я стала уже с возрастом метеозависимая. Хотя, наверное, я всегда такая была. В Братске жили, когда у меня давление вечно было пониженное. Сейчас оно туда-сюда скачет. Такое. Вот такой получается чаечек. Что-то кофе уже не хочется, уже напилась. Хочется вот чайка, чайку такого травяного. У меня еще вот столько останется. Сейчас я его завяжу. Надо какую-то коробочку под него придумать. Круто все. И я замешиваю вот тесто на куличи. У нас какой-то ветер сильный поднялся. Просто. Вот. Сейчас вытру, потому что намусорила. Маленькая эта веревочка от муки и... какие-то крошки. Пока тот будет завариваться, я себе сейчас сделаю другой. Размешиваю с холодной водой, потому что горячий сильно кипяток. Это у меня холодная вода, вот такая вот она в емкости, вода Байкала. И я возьму сейчас пакетик чая. Вот этот чай, который купила, он такой интересный. Сейчас я вам покажу. Это получается вот этот фламе какой-то. Тесс. Чай Тесс. Сейчас я его обрежу. Вот я его опустила в чашку. Наблюдайте, смотрите. Он, когда его вот так опустишь, он становится не красным, а каким-то синим. Синий-фиолетовый. Но это не каркаде, но такой просто он здесь. Здесь получается роза. По-русски вообще нет. Роза, земляника и что-то еще. Видать, скорее всего, из-за розы. Просто такой травяной красный чай. Подожду, пока он заварится. Хочется попить чайку, это потом выкину. Ну и я делала опару. Я брала на 2 литра молока. А вчера я сделала опару, получается, 2 стакана теплого молока. Развела в них 100 грамм дрожжей. И добавила, что я добавила? И добавила 2 столовых ложки сахара. Я так размешала, поставила на опару, поднялась шапочка. И потом добавила 1,5 литра теплого молока в тазик. Большой вот у меня в тазике стояла в этом. Но надо еще больше емкость на 2 литра, потому что у меня полезло через верх. Полотенце, естественно, выпачкалось. Хорошо, что поставила на противень, но у меня... На противень все, я потом смогла собрать.
Короче, я потом налила 1,5 литра молока в таз теплого. Вот, добавила немножечко муки. Ну, немножко там, не знаю, сколько, стакан, может, не, наверное, 2 стакана добавила муки. И делала такое тесто, как на оладьи, добавила щепотку там, даже не щепотку, чайную ложечку соли. Сделала такое, добавила туда подошедшую опару и замесила вот такое тесто, как на оладьи. Это все размешала, поставила в таз. Оно поднялось. Где-то у меня это я замесила в час ночи. Опару поставила. В 3 часа оно у меня упало. Ну и все, я пошла спать. Оно упало у меня и уже до утра. В 10 часов утра я уже вот начала, даже не в 10, а в 10:30 я начала замешивать тесто. Я взяла все, у меня получается разделила на 2 таза, потому что было очень много. Надо было побольше, побольше нету. Потом, что я сделала? Я взяла пачку сливочного масла, это 280 грамм, растопила его на плите, на огне до жидкого состояния. Оно должно быть слегка теплое. И добавила по пачке маргарина 250 грамм, разделила пополам, это получилось 125 грамм. Тоже растопила его и смешала вместе со сливочным маслом. Потом, когда оно остыло, я сюда вылила все в опару. Сливочное масло, маргарин растопленный. Взбила отдельно белки. У меня 10 белков и 10 желтков. Белки я взбила с капелькой лимонного сока. Сюда вылила. Потом желтки я взбила со столовой ложкой. Нет, с чайной ложкой сахара взбила. Сюда вылила. Теперь я буду... еще полстакана, это получается, растительного масла добавила. При замесе я еще буду добавлять муку. Тесто должно быть такое слегка, ну, оно не должно липнуть к рукам, ну, как на пироги, на такое дрожжевое тесто. Примерно где-то 2 килограмма уйдет еще сюда добавить. 2 где-то так, примерно 2, может, 1,8 кг, в зависимости от муки я буду смотреть, это сколько. В прошлом году у меня 2 килограмма муки ушло. 2 килограмма и 200 грамм. Ну, там получается еще стакан, то, что, когда он был на опаре. Потом я вот, у меня 0,5 килограмма светлого желтого изюма. Я его промыла и вот так высыпала на противешек, чтобы он подсох немножко. Я его добавлю, когда уже буду замешивать тесто. И еще добавлю 1 столовую ложку водки, чтобы тесто, чтобы куличи были такие рыхлые, не сбитые, вот как это, как хлеб, вот, не сбитые, они будут рыхлые, воздушные, мягкие. И растительное сливочное масло и маргарин придает куличам такой цвет, желтенький такой, ну, приятный такой, потом увидите. И муку, и ванилин я добавлю, пакетик ванилина, уже когда насыплю муку, и перед тем, как ложить изюм, я добавлю пакетик этого ванилина. Хочу пить. Еще я перед тем, как замешивать тесто, я вот привожу себя в порядок. Я одеваю платок на голову всегда. Ну, всегда, когда пеку пироги, там все, я одеваю, фартук одеваю и читаю «Отче наш» 3 раза. Вот. Вот у нас ветер какой на улице сегодня. Небо потемнело, скорее всего, что-то принесет. Или будет дождик, или будет снег. Вот такое пасмурно. На завтра тоже пасмурно. На Байкале, скорее всего, идет снег, потому что небо вот такое темное. Там далеко Байкал за лесом. Ой, дверь скрипит. Но чувствуется по воздуху, что что-то будет. Или снег, или дождь. Вот там далеко-далеко за лесом. Там Байкал. Мы вот едем, когда вот туда по дороге, по Качугскому тракту попадаем на Байкал. Холодно, я вам скажу, сегодня
Вот такой ветер, его прямо слышно, этот ветер какой. Вот. Всегда вот такой ветрогон, конечно. И вот, вот там вот деревня Куда у нас и город. В городе-то нету снега, а вот там вот получается откуда-то оттуда идет, девочки, снег. И, конечно, холодно. Я очень плохо спала эту ночь, скорее всего, из-за того, что я делала куличи, ну, делала опару, но и не выспалась, и мне как-то немножко плоховато. Персик нашел новогодний шарик, да, Персик? Он его вместо мышки носит. Ну и сейчас я буду просеивать муку и добавлять все остальные ингредиенты. И параллельно записываю, чтобы не забыть. Вот так все я замешиваю ручками. Все вот так вот я уже смешала, добавила 2 пакетика ванилина. Думаю, нормально будет 2 пакетика, потому что 2 литра молока, естественно, будет 2,5 килограмма муки. Вот мне надо, чтобы все размешалось. Там кусочки масла получились. Они уже вот такие получились. Сейчас я все размешаю. Пока изюм не надо добавлять, я сейчас добавлю 1 столовую ложку водки. У меня водка вот такая русская, валюта. Я покупала для настойки, настаивала эту черемуху в этом году. Надо тоже мне успеть, там на пустыре огромная черемуха. Надо успеть и нарвать, когда будут цветочки. Потому что в прошлом году я только уже перецвет уже вырвала все. Собиралась все никак. То дождь, то еще что-то. Кстати, когда поднялся ветер, весь цвет облетел цветочки. Но мне немножко хватило там. Вот уже она, уже сливочное масло, где было, не растопилось. Вот получились такие кусочки. И получается, их приходится вот так руками разминать. Ничего страшного. Кстати, очень много получается. Дочке спросила, говорю, дочь, сколько мы будем печь куличей? Мало или много надо? Она говорит, мам, ну, когда мало, говорит, это мало. Когда много, это много. Давай, говорит, мам, средний. Ну, короче, мама мне говорит, Таня, на 3, она бывала раньше, на 3 литра молока все делала. Но это очень много получается. Я в прошлом году, по-моему, на 2 литра, по-моему, делала. Забыла вот сколько делала. Но не на литр точно, потому что у меня было много маленьких. Я маленьких делала. В этом году я купила средние. И у меня тефлоновая форма и силиконовые купила. И купила много бумажных, поэтому хватит еще на следующий год. Вот так вот все размяла кусочки. Да, перед тем, как начинать, обязательно надо прочитать «Отче наш». Это мне бабулечка учила меня. Мама, когда по молодости, еще говорила, что читала. А потом, по-моему, она уже... Ноги так сильно болят, она уже, по-моему, ничего не читает. Может, и читает, не знаю, не спрашивала. Вот. Конечно, если завтра будет плохая погода, никуда не поедем, будем дома. Я мясо еще замариновала. Вот думаю, или буженину сделать, или запечь его в духовке, просто как горячее мясо. Она горячая, я хотела окорочка сделать, но как-то окорочка больше любим, чем мясо запеченное. Хотя вот делала антрикоты, но это совсем не то, как, конечно, как на барбекю я делаю. Дома в духовке делала, тоже вкусно получилось. Вот почти оно разошлось, кусочки. Буду добавлять. Еще я добавила, получается, 3 чашки вот таких вот чашки
Добавила 3 штуки. Еще, наверное, мне придется 6 штук добавить. Ну, и вот такое тесто я уже почти замесила. Оно у меня вот такое влажное. Даже не влажное, а макроватое. В процессе замеса я добавляла муку и добавляла растительное масло. Оно у меня такое мягкое. Уже вот такое эластичное. Очень вкусно пахнет. И уже в такое тесто я буду добавлять изюм. Вот я его высыпала все. Потом беру, помою. И сейчас буду этот изюм постепенно вмешивать в тесто. Он распределится и будет уже все нормально. Мне главное его замесить сильно. Я забивать его не буду. То есть я сейчас его туда вмесю этот изюм туда вовнутрь. Еще один раз, пару раз забью его вот так руками. И все, я поставлю его на расстойку до поднятия. Первое поднятие. Обомну его. И второй раз я буду печь. Наверное, 2 часа. Я этот распределю по двум тазикам, потому что это слишком много. Добавила уже, когда муку сыпала, добавила 1 столовую ложку уксуса. Да, забыла тогда сказать, что соль еще надо добавлять. В опару соль добавлять 1 чайную ложку. И потом, когда добавляете жидкие ингредиенты, там растопленное масло, вот видите, как он, изюм, весь вот так вот в тесто и распределяется. Его не надо добавлять, когда вы добавляете, допустим, жидкие. Он может в одну кучу весь собраться и не распределиться равномерно по тесту. Надо уже, когда тесто замешиваете, тогда изюм. Он тогда, видите, как легко он встает в то место, куда ему необходимо. Ну и в каждом куличе будет по изюму. А так может получиться одна куча большая. Он не разойдется. Ну все. Вот такое тесто у меня получилось. Я его распределила по 2 тазикам. По 2 мискам вот этим пластиковым. Вот в одном и в другом. Слегка присыпала дно и стенки мукой, и верхушку тоже, чтобы оно сильно не выходило за пределы тазика. То есть через верх, чтобы не шло. Но все равно подымется до самого верха. И все, я его сейчас прикрою полотенчиком и поставлю в теплое место. Вот в ванну поставлю, там потеплее. И нет возможности достать персику все, потому что вот сейчас все уберусь и схожу в магазин. Я вчера творог не купила, забыла творожок купить. Еще вот хочу творожную испечь. Ну, это не испечь, а сделать, она в форме делается, поэтому там необходим творог. Поэтому вот такие дела. Вот такие у меня получились заготовки моих куличей. То есть вот силиконовой формой. Маленечко цветочек ушел. Вот эти, которые с цветочками, я, скорее всего, не буду глазурью покрывать. Я их просто сбрызну сладкой водичкой. Вот. Сильно сладкий. То есть на стакан воды я добавлю 4-5 столовых ложек сахара. И будет такой сладкий сироп. Я им сбрызну, они вот такие блестящие. А вот эти, которые без этих... Без цветочков я покрою белковой глазурью. У меня есть вот такая глазурь ванильная от приправыча. Попробую ее развести и попробую сделать просто. Забью белки с капелькой лимонного сока. И вот я поставила на расстойку. Ой, уже горячо, уже нагрелась. Вот получается, вот такие у меня куличики во всех формах. Они поднимаются, будут не сильно большие. Уже трогать их не будем, пускай они поднимаются. Ой, и вот такие. Это все куличики мои.
И сейчас пойду в гараж, пойду за баночкой, там мне надо будет поставлю варить яйца, буду красить. Эти так будут стоять на расстойке. Это все у меня получилось на 2 литра молока я делала. Немножко добавила, попробовала тесто, оно мне немножко было кисловатое. То есть там даже 1,5 стакана сахара это мало. Надо, наверное, 3 стакана сахара класть. Ну, кисловатое я добавила, когда уже формировала, то есть уже когда после расстойки этот, как его, тесто я достала, после расстойки я добавила пакет сахарной пудры, чтобы реанимировать, чтобы сладенько было. Попробовала, у меня получилось. Пакет сахарной пудры большой там. И не знаю сколько грамм, наверное 95. И 2 пакетика ванильного сахара. И получается тесто у меня приобрело такой слегка ванильный вкус. Ну ничего, лишь бы не горчило. Я потом посмотрю, как получилось. Уже на следующий год я уже буду знать, что сахара на 2 литра надо, получается, даже не, у меня 1,5 стакана. Надо 2,5 стакана, тогда он будет сладенький. И вот так получилось. У меня все на расстоечке, все это стоит. Я потом поставлю все в духовку и уже покажу, какие получились. Ну и занимаюсь окрашиванием яиц. Яйца я уже сварила. У меня 2-я категория. У меня такой пасхальный набор. Вот такой. Здесь наклеечки, открыточки. Вот я в Фикс-прайсе покупала. И краска. Я буду только красить вот желтая, красная и синяя. И такой экспресс-блеск. Это нужно перчатками все вот делать. Вот такие будут перламутровые. Сейчас они немножечко остынут, и я их сделаю. Пью кофе. Первый раз за день пью кофе. У меня оказалось уксуса нету. Сделала такой сладкий, присладкий чай. Добавила туда 4 ложки столовых сахара. Надо, чтобы он был сильно сладкий. И варю оставшиеся яйца. Куличи у меня уже один подход сделался. Сейчас здесь поставлю, пускай остывает. Так, надо поставить дощечку. Эти я уже проверила, они уже готовы. Надо глазурь уже делать. Вот эти уже готовы. Они вот такие получились. Не сильно. Не сильно они коричневые, ну такие. Вот они уже приготовились у меня. Я уже попробовала, все испеклись. А эти... Эти еще поставила. Но эти тоже сейчас будут готовы уже практически. Надо их пониже опустить маленько. И там у меня еще один противень. Сейчас уменьшу температуру. До 150 поставлю. Пускай выпекается. Эти быстренько я уберу. Вот буду делать все. Практически сделала. Вот такие у меня кулички. Не сильно большие. Некоторые здесь поднялись. Вот. Поднялись вот эти, ну, с цветочками в основном. И надо же немножечко, чтобы они остыли, и тогда я нанесу на них глазурь. И вот эти все пакетики. Изюм зажарился. Конечно. И там со стороны кажется, что это поросенок. Это цветочек. Хи-хи-хи. Вот такие получились. В принципе, нормально цвет. Сейчас, когда я их чаем кисточкой промажу или сбрызну, сейчас на улицу вынесу, поставлю на крыльцо и сбрызну их. Так, сбрызну их это сладкой присладкой водичкой. Они сразу приобретут золотистый такой цвет. Сейчас покажу.
Я сейчас размешаю. Нельзя персик трогать, ничего. Ой, не в тот стакан залезла. Сейчас размешаю это. Кофе, короче, стал мешать. Нельзя ничего трогать. Вот я размешала такой сладкий сироп. Надо все быстренько делать. Потому что те уже надо вытаскивать, наверное. Вот я поставила их на крыльцо сейчас. Даже на камеру набрызгала. Вот они сразу такие золотистые становятся. Можно, конечно, кисточкой, но кисточкой буду долго. Ой, какой сладкий сироп-сиропыч. Все. Так меня учила моя бабуля. Сейчас они немножко остынут. Я его протру и выложу все на блюдо. Так учила меня бабуля моя. Получился вот такой красавец. И получается, это вот вторая партия у меня, я уже их вытащила. Буду готовить сейчас глазурь, они готовы. Также сейчас сбрызну их. И у меня вот оставшиеся, это вот в силиконовых формочках и в таких вот 0,5 яйца кипят. Я ее сейчас на решеточке поставлю сейчас. Духовку она уже расстоялась. Ставлю на маленькое, на 150 ставлю. Она сейчас маленечко, потихонечку все сделается. Эти сейчас тоже так же побрызгаю. Покрыла все куличи глазурью. Некоторые, вот получается, сейчас скажу, какие вот эти три штуки. Покрыла глазурью ванильной. Там, получается, содержимое пакетика нужно было добавить 2 столовых ложки молока или воды. Я добавила воды, и она такая получилась. Но она еще не застыла. И сверху я посыпала посыпкой кондитерской вот этими. Как они называются? Бисер. Бисер кондитерский. А остальные все я взбивала белки. 7 белков. Отделила белки от желтков. И белки взбила. Надо было с сахарной пудрой взбить. Она была бы сладкая и более такая густая. Но сахарную пудру мне пришлось добавить при замесе в тесто. Поэтому у меня больше не было. И я взбила белки с 2 капельками лимонного сока. И она достаточно хорошо получилась. Все помазала и присыпала вот присыпкой. И вот здесь у меня 3, 6, 8. И здесь поставила на сушку. Больше просто некуда поставить, потому что кот любопытный лезет. 6. И здесь 6. Это 12. 12, 14, 16, 18, 19 штук, что ли? А чего это я насчитала? 23. Раз, два. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 штуки получилось. 3 вот таких больших. В этом году я никаких веночков не плела, ничего не делала. Достаточно у меня хватило ровно этих бумажных и силиконовых. Все получилось у меня вровень. Не вытаскиваю бумажные эти штучки.
Все, пускай так будет. Я хорошенько смазала растительным маслом и сиропом. И оно хорошо потом отойдет. Пускай эта глазурь застынет. И присыпала вот так. Вот здесь недостаточно, может, цвета. Вот так получилось. Они жирненькие. Вот такие получились. Ароматные, вкусные. Вот такие вот у меня куличи в этом году. Куличи 2022. Попробуем потом, как я на вкус. Всем пока-пока. С Пасхой всем. Мира всем, добра, благополучия, успехов, удачи. Пусть у всех все будет хорошо. Мирного неба над головой. Всем пока-пока, до новых встреч.